Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боинг. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвестором в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложения в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее, комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Так, всем привет. Видно? Всем привет, друзья. Слышно, видно, нормально? Так, все, пошел, видишь, народ заходить. Мы всех предупредили, друзья, что сегодня вебинар у нас идет Синотранса. Ну, давайте прежде всего начнем, как всегда. Сегодня среда, 13:00 по московскому времени. И мы в Юнилете полетели с Москвы в Париж, допустим. Вот, поэтому сегодня у нас будет необычный вебинар, проводить его будем в Перископе, как традиционно налажено. В Мирополисе, к сожалению, сейчас возможности нет в таких походных условиях, но и Слава, и Ольга пишут этот вебинар, поэтому он пойдет потом и во всех наших чатах, и пойдет по всем источникам. Так что, друзья, вы сейчас за ближайшие там чуть вот этот час увидите очень много интересного. У нас здесь будет много сегодня в вебинаре участвовать, помимо нас с Алексеем, еще очень много участников, вы их все кого-то знаете, кого-то не знаете. Вот. Но, друзья, давайте обо всем по порядку. То есть, как мы говорили, вели отсчет о запуске Инотранса, он пошел. Сегодня на нашей выставке представлен стенд, и мы находимся с Алексеем в Юнилете, в скоростном нашем модуле, развивающий скорость свыше 500 км в час. Вчера уже прошли многие репортажи, вы видели фотографии, все, но мы на этом сейчас не останавливаемся. Мы завтра сделаем еще один вебинар, также в 13 часов с выставки, и покажем уже и наших соседей. Кстати, я сейчас тоже покажу, где находится наш стенд, чтобы было понятно, что не стыдно находиться в таком месте. Вот. А мы с вами, друзья, действительно находимся в событии, которое подводит определенную черту под работой нашего проекта Skyway. И здесь с точки зрения
именно инженерной работы, конструкторское бюро инженерной школы, которую создал инженер Анатолий Дарович Юницкий, она может отчитываться и показывать выполненную работу только инженерными решениями, только созданными машинами. И мы с вами, друзья, на протяжении этих 4 лет постоянно видим появление новых машин, появление новых эстакад, новых решений. И это и есть, друзья, то, ради чего был запущен проект Skyway, ради чего мы работаем и ради чего мы сегодня здесь все собрались. И есть что сказать об уникальности Юнилета, расскажет непосредственно человек, имеющий к этому самое непосредственное отношение. Не буду его перебивать и комментировать. Вот, сейчас это будет первый сюрприз, который сегодня будет на вебинаре. Вот, а, соответственно, обо всем остальном, друзья, мы с вами поговорим. Мы позовем здесь все правление Skyway Капитала. Вчера мы специально отдали день, скажем так, нашим друзьям, коллегам из Skyway Invest Group, из Свига. То есть, так сказать, у них было право первой представления технологии Skyway сегодня. Информационное поле довольно-таки активно занято, о Skyway говорят много, интерес к этому большой. Весь стенд, друзья, я тоже вам даже сегодня покажу, как проходит работа на стенде, сколько здесь народу. Ну, можно даже, друзья, чтобы сейчас немножко так... То есть, видите, вот мы сидим в Юнилете, вот это его интерьер. Все. Вот, друзья, поэтому... Ну, давай, Алексей, тогда пару слов буквально и начнем тогда приглашать первых участников сегодня, наших гостей нашего сегодняшнего вебинара. Друзья, действительно, такой нетрадиционный, необычный вебинар, и это мировая презентация. Мы проводили мировую презентацию 2 года назад здесь же, в Мессе Берлин, в Берлине. Как Анатолий Эдуардович выразился, второй раз берем Берлин. Действительно, берем инновациями. И первую инновацию, которую я ощутил, присаживаясь в Юнибус, кстати, вот по названию, мы называем так вот, так скажем, как нам уже приелось, Юнилет, Юнибус спецификация, естественно. Но что я почувствовал, друзья? Массажные кресла. Анатолий Эдуардович в своем репортаже сказал, и, наверное, я предугадал, потому что мне почему-то захотелось посмотреть внутри, и даже расход топлива сравнить у джипов. Стоимость этого подвижного состава будет сравнима с джипом. То есть это действительно семейный высокоскоростной подвижной состав. И давайте вот посмотрим, просто я буду сопровождать комментариями. Давайте посмотрим, как обстоит дело действительно с инновациями. То есть вы можете всячески потыкать на различных совершенно сенсорных панелях управления, 4 панели управления абсолютно комфортно для всех жителей. Я могу сравнить, ну давайте сравним с одной из моделей, одного из концернов. Мы не будем говорить конкретно, но там вся сенсорная абсолютно панель. И здесь вы можете регулировать, наверное, фактически все. Если вам хочется отрегулировать свет, пожалуйста, сиденья массажные, вентиляция. Друзья, все это вы можете наблюдать на топовых автомобилях. Меня так массажирует, так приятно массажирует, что вы даже себе не можете представить. Подогрев абсолютно, все что угодно. Музыку, фильм посмотреть, информация. Это скоростное мобильное пространство, которое будет использовать каждый живущий на этой земле человек. Ну а сейчас давайте начнем готовиться непосредственно к нашим гостям. Гостей будет очень много. Мы постараемся максимально осветить и технические характеристики, и то, что происходит сейчас в векторе развития. Ну что я могу сказать? Эмоции. Всегда хотелось перемещаться на частном самолете, но у меня морская болезнь, друзья. Морская болезнь, которая переборолась вот этими многочисленными частыми перелетами, но я ощутил на Экофесте, что нет никаких дискомфорта, когда перемещаешься на Юникаре. Здесь, друзья, мы просто полетим в нашу предстоящую реальность, которая создана уже здесь. Будущее творится здесь и сейчас, на наших глазах. Так, давай. Вот, ну вот так, и... пошли за гостями. Пока Алексей будет ходить за очередными гостями, мы с вами... Лёш!
Леша! Так. Друзья, ну, мы, видите, сегодня в такой непринужденной форме проводим, что так эмоционально Леша сейчас сказал. Действительно, я сижу, происходит постоянный массаж по всему телу. Это очень, скажем там, то есть, когда за рулем едешь в джипе, это не всегда возможно, потому что отвлекает от движения, вот, а с точки зрения автоматически сразу дает движение, да, это транспортный андроид, это робот, это автоматизированная система управления, это транспортное средство, которое, соответственно, управляется и обладает абсолютно своим интеллектом, поэтому это, друзья, как раз уже транспортное средство нового поколения. И очень много сегодня гостей и очень много людей, которые сегодня приходят, и очень многих удивляет, что процесс идет, что мы развиваемся и что каждый раз показываем новые машины. Как бы ни хотелось, друзья, нашим врагам, нашим оппонентам, нашим недоброжелателям, друзья, процесс идет, и я постоянно буду эту мысль проводить, что мы с вами участвуем в венчурном, инновационном проекте, высокорисковом проекте, потому что никто этого не делал. И единственным мерилом, единственным сегодня отчетом, который здесь может быть, это только, соответственно, выполненные работы. А объем, друзья, для того, чтобы создать машины такого класса, которые действительно могут перемещаться со скоростями выше 500 км в час, потому что сегодня в аэродинамической трубе то, что продуто, и расчетные скорости могут уже приближаться к 600 км в час, это все покажут уже ходовые испытания. Очень много задают вопрос, когда. Все, друзья, будет в свое время. Вы все это увидите, так же, как 2 года назад на Инотрансе показали Юнибус, Юнибайк. В этом же году они встали на ходовые испытания. Друзья, все, давай. Это самое, в этом же, так сказать, в этом же году прошли испытания. Вы помните, 29 ноября начало ходовых, потом проведена сертификация. Так что, друзья, идет движение, идет развитие. И еще раз вам повторю мысль. Самое главное для инженерной школы, которую создал инженер Юницкий, это отчет теми машинами, механизмами решения, которые создаются. Это единственное мерило, которое может отличать от чего-то другого. Ни иллюзии, ни картинки, ни какие-то прожекты, а только действующие образцы, которые можно испытывать, смотреть. И в этом плане, друзья, никто не может упрекнуть в том, что за 5 лет, что развивается проект именно в сегодняшнем русле, идут постоянно новые машины, постоянно новые решения, демонстрируются, что это то, что, друзья, и требуется от инженерной школы. Ну, а сейчас, друзья, вас не видно, я специально вам покажу здесь еще это один... то, что говорят в России, мужик сказал, мужик сделает. Говорят многие, но делают немногие. Друзья, я представлю вам, если кто еще не знает, это инженер Юницкий, который запустил проект Skyway и который создает сегодня то, что будет реально менять жизнь каждого на этой земле. Да, Анатолий, мы сидим в высокоскоростном юнибусе. Да. Это юнибус семейного типа. И многие говорят, а зачем? Почему такой маленький? Ну, я хотел бы адресовать тогда вопросы Форду. А чем такой маленький? Так вот. Слышно? Да? Да, это микрофон, чтобы было... А до этого был нормально? Нет, нормальный звук, друзья, как это самое? Что-то Форд был какой-то неграмотный инженер, взял и сделал семейный. И была бы автомобильная промышленность? Да нет, естественно. Автомобиль победил железнодорогу, хотя к тому времени, когда вот Форд стал развивать это направление, железнодороге уже было почти 100 лет, там, 80 лет, да? И она были построены порядка 1 000 000 километров дорог железных, да? И никто не верит, что автомобиль пойдет, что железнодорога будет развиваться. Но автомобильная промышленность победили железную дорогу, и железнодорожное строительство только по двум причинам. Одна из них я назвал. Была ставка сделана на личный автомобиль, на семейный автомобиль, чтобы семья или один человек, частное лицо, могли купить для пользования. Вы же не купите 100-местный вагон? Конечно. А поезд, а электровоз вам нужен? Нет, да? И вторая причина – это от двери до двери.
На автомобиле можно приехать от двери до двери, на железной дороге нельзя, и на самолете нельзя. Так же. Потом в аэропорт ехать, и на вокзал, там иногда 10-20 километров. А автомобиль может прийти к дому, потому что есть сеть дорог. И мы создадим сеть дорог, Транснет. Она будет, эта сеть. И стороны дороги пойдут к каждому дому. Потом в будущем, даже как сегодня, вот там на промышленности, это уже миллиард автомобилей бегает по дорогам. Представляете, миллиард. Только легковых, не говоря там грузовики и так далее. И поэтому в будущем, в основном по нашим дорогам, Транснету будут ездить личные, частные юнибусы, юнилеты. Со скоростью 500-600 км в час. И понимая это, я и проектировал юнилет именно исходя вот, с этих критериев. Да? То есть эта машина должна быть очень экономичная, она должна быть недорогой. Ну не купишь ты кадры там от Бугатти, это именно евро стоит, Бугатти Верон. Ну не кадры может себе позволить на такую машину. И при скорости 430 км в час, не 500. Там мощность двигателя 1500 лошадиных сил. А чтобы загнаться до 500 км в час, там у нас стоит движок мощностью 3000 кВт. Я вот здесь на выставке ходил и видел двигатели, которые стоят на тепловозах, далее, да? Так двигатель мощностью 3000 кВт, это агрегат весом больше 10 тонн и размером больше легкого автомобиля. Да вот представьте, машина должна иметь такой двигатель. И, а для характеристики для этого юнилета, то есть вот габариты это, и... Нет, вот этот юнилет, нет, вот этот юнилет, ему нужен двигатель, сейчас двигатель... где-то мощностью 250 кВт, 200-250 кВт. Ну, фактически там сейчас... Toyota Camry, да? Да, но сейчас разработки нового поколения. Для меня это уже машина мертвая. Я конструктор, я инженер. И сделал это уже вчерашний день. Это уже пройденный этап. Это пройденный этап. Это должно пойти в серию, должно работать, но надо двигаться вперед. Тогда будет не вот аналогия с не чемодан с ручкой, весом 10 килограмм и стоимостью, телефон, да, да, да. И стоимостью 10 тысяч долларов. Да, вот. А вот такой будет мобильный. Да? И те, кто это понимал, они сейчас лидеры. А те, кто не понимал, те умерли, как компания, да? Как технология. Поэтому, понимая это, мы, естественно, движемся вперед. И новое поколение юнилета будет иметь мощность двигателя где-то порядка 100 кВт. 100 кВт уже? Да. При тех же скоростях, да? При тех же скоростях. Ну, это фантастика. Ну, не фантастика. Просто... Вы видите, я же сказал, что мужик сказал, мужик жив. Ну, все. Ну, вот есть. Но все характеристики соответствуют. Поэтому это же... Я же не футуролог, как вы. Я не фантазирую. Я инженер. И мои фантазии, это не фантазии, а четкий трезвый расчет инженерный. И там, где фантазии, где не вписываются законы физики, там, сопромата, строительной механики, других там, математики, других дисциплин, я их просто откидываю. Я понимаю, что это пустое, нельзя этим заниматься вообще. Поэтому все решения, естественно, проверяю вот на детекторе лжи, только инженерных. Что вроде хорошее решение, но оно, кажется, вот, нарушает закон сохранения энергии, поэтому глупо этим заниматься. Забыли. А вот это вот, двигаться вперед, да? И мы это делаем, так? И поэтому будут бегать машины, которые будут расходовать на 100 километров пути где-то 5-6 литров топлива. Машины. А на человека будет меньше литра. А Бугатти, ну, где-то 100 литров на 100 километров пути. Двухместно, это 50 литров, да? На 50 раз, да, так сказать, разница. Да, вот все разница. Ну и по ценам. Поскольку есть заслуженные простые решения, и цена будет зависеть больше от того, какой салон, наворот или нет, кожа, крокодила и так далее, да, или более там бюджетно, то машины будут стоить, ну так, как примерно легковые автомобили, такого же класса. Поэтому это класс где-то джипа. Поэтому как джип даже может быть дешевле, потому что по большому счету эта машина проще автомобиля. Но она и сложнее, потому что здесь еще есть индивидуальная система управления. Есть свое техническое зрение. Там есть стыковочный узлы, да? Автоматические и так далее. То есть многих вещей нет, которые есть в автомобиле. Ну, допустим, руля, там, радиатор, коробки передач, да. Там даже дворники, которые здесь не нужны. Они дворник, вот, ну.
снегочиститель и так далее на стекле. В самолете берет на себя 100 киловатт мощности. 100 киловатт. А вот зеркало, допустим, на скоростном автомобиле, ну, где-то 50 лошадиных сил берет на себя. Зеркало. 50 лошадей? Да, что вы думаете, на скоростном. Там аэродинамика очень важна. Потом у нас нет выступающей части. Даже ручки в дверях, они заподлицо, это наши ручки. Это мы сделали. Даже ручки наши. Но здесь, как вы сказали, здесь весь дизайн определяет только именно инженерные решения. Инженерия, то есть именно конечно, аэродинамика, да, свойства и так далее. А не дизайнер. Не дизайнер. Дизайнер просто раскрашивает, и то он, естественно, с инженером консультируется, потому что инженер тоже говорит, ну как-то не очень красиво. Давайте вот так мы сейчас сделаем. Я не соглашаюсь. И мы, естественно, сейчас развиваем параллельно и гиперю, гиперскоростное направление, которое более древнее, так сказать, чем Skyway. Естественно, параллельно работа ведется над Spaceway, общепланетарным транспортным средством, которое, ну, еще древнее, чем... Но, как мы говорим, все это увязано, все это составные части единой инженерной школы, единых инженерных решений, так? Да, это... Когда я... Сначала я придумал вот общепланетарное транспортное средство. Когда я увлекался моделированием, я любил физику с детства, и ребенком с 5 лет строил ракеты. С немецкого пороха, там, помню, в нашей деревне там склад рядом был. Партизаны в войну взорвали немецкий склад, там много снарядов, было мин, там пороха. Это я собирал его и делал ракеты первые. Да? Ну, они, конечно, понятно, как они. Раз Фичхату не вспомнил, от меня так хорошо объяснила с помощью дрына, что так делать нельзя. Потом я, естественно, более аккуратно дальше работал. А потом, когда переехали в Чизказган, ну, в Казахстан, то в 200 километрах Байконур. И, естественно, это были 60-е годы, СССР тогда, ну, космонавтов запускал. Первый космонавт был, да, на советский. Это, естественно, будоражило умы, и все хотели стать космонавтами, и я. Так, поэтому я уже стал делать трехступенчатые ракеты, которые поднимались на высоту на несколько километров. Я делал сам порох, я изобрел свой порох, так, из того, что есть в магазине и аптеке. Да. Я сделал первые композиты, потому что кроме бумаги и клея у меня не было таких материалов. И надо было двигатель делать, твердотопливный, и сам корпус ракет. Но потом, когда это уже все стало у меня хорошо летать, и я помню, как я сидел с сестрой, она на 3 года младше, с Тамарой, на кинотеатре летнем, экран был в сторону Байконура. Я смотрю, мимо экрана полетела точка горящая. Я понял, что запустили что-то там на Байконуре. Правда, что мы не знали, относительно обычно сообщали. Но я запустили. Мы посмотрели фильм, выходим с кинотеатра, тут пошел ливень. Я помню, как сейчас, мы шли по колено в воде. Такой ливень был. А там еще же полупустыня, там дожди идут редко. И я связал эти два фактора, запуск ракеты до 100 километров и ливень. Я там стал разбираться, еще школьником был. И стал понимать, что такое ракета, что такое транспорт, да, что какой он ущерб наносит. Старт тяжелой ракеты, это озоновая дыра размером с ранцем. Одна ракета. А климат и погода делается в озоновом слое. Он поглощает 4% солнечного излучения, это в 100 раз больше, чем вырабатывает все человеческую энергию. Там климат делается. Да? А он разрушается. В том числе и другим транспортом. В том числе двигаемым автомобилями и так далее. Да? И я тогда задумался, ну что-то как-то неправильно это. И стал думать, а почему это происходит? И стал понимать, что это технократия на самом деле. Мы технократическая цивилизация. И мы не мы выбрали этот путь, и не я, а наши предки 100 тысяч лет назад, миллион лет назад, когда стали на путь, стали огонь научились разжигать, шкуры выделать, жарить на углях. Да? Это и есть первые технологии. И они стали умирать, это палеонтологи знают, 20 лет от рака легких. Потому что в пещере, в их доме стоял смог. От одного маленького костра. А я стал понимать, что костров-то сейчас горит сотни миллионов, а то миллиарды. Двигатель внутри сгорания. Причем более вредный, чем костер, да, в пещере. Более мощный. А
котельные, о электростанции, о самолеты, о ракеты, о корабли, о подводной лодке, о мотоциклах не стали. А эти заводы, фабрики, да? А эти карьеры, где там добывают эту руду, потом ее плавят, а металлурги, а химия, да? И оказывается, мы разрушаем дом, в котором мы живем. Те разрушали пещеру, дом свой, да? Но сообразили и вынесли за пределы дома технологии и выжили. А мы продолжаем в нашем доме, это одна комната, в биосфере нет перегородок, это одна комната. Вот это делать то, что делали первобытные люди в пещере, да? И мы это уничтожим. Индустрия убьет биосферу. И это я понял, ну, где-то больше 50 лет назад. И стал понимать, что надо искать путь. И потом я стал инженером путей сообщения, поступил в Тюмень в институт и вот развивал это направление. И решил я найти сам решение, как инженер, создать самый экономичный транспорт на планете, на Земле, и найти решение, как вынести индустрию в космос, потому что она убьет человечество. Мы, как если перефразировать Жванецкого, он говорит, что не делай с человеком, упорно ползет на кладбище. Что не делай с цивилизацией, она упорно ползет на кладбище. Упорно. И не понимает это. Потому что мы на планете создано общество потребления. Потребляй и плюй на будущее. Главное, сегодня тебе хорошо. А твои дети, там внуки, правнуки, это их проблема. У меня другая позиция. Что я ставлю своим детям, внукам? Правнуком. Да? И вот нашел решение, оно единственное правильное и возможное, как использовать внутренние силы системы, как барон Мюнхгаузен. Он не нарушал экологию, он сам себя поднял за волосы, да, и спас из себя и коня, когда тонул в болоте. И я понял, что вот это решение, вот если найти как инженер, вот техническое решение, оно вот действительно может решит ту проблему, задачу, как миллионы тонн выводить в космос без экологической проблемы. И нашел это общепланетарное транспорт средство. А почему оно таким должно быть? Потому что барон Мюнхгаузен должен нарушал один единственный закон сохранения. Их много. И закон сохранения энергии, импульса, там, момента количества движения. А есть еще закон сохранения положение центра масс, которое гласит, что за счет внутренних сил системы нельзя переместиться от массы системы в пространстве. Поэтому нельзя поднять себя за волосы. Центр масс останется на месте. И только одно решение, когда центр масс остается на месте, кольцо вокруг планеты. И тогда центр масс кольца совпадает с центром масс планеты. А потом уже были технические решения, как диаметр увеличить, чтобы выйти в космос, это центробежная сила больше всего подходит и так далее. Я уже проработал это все на инженерном уровне, да? И поэтому вот эти все решения были найдены давным-давно. Ну, лет, наверное, 45-50 назад. Я стал развивать, а потом понял, что это опять же никому не надо. Никто этого не понимает. И смеются на мной, говорят, да что это такое, какой-то сумасшедший, какое-то колесо, какой-то космос. Да давайте жить на Земле, все хорошо. А если что, углобим, полетим на Марс. Ну как это так? Это как я живу в доме, я его углоблю, сожгу, а потом пойду куда-то в трущобы жить, что ли? На другой планете. К соседу. Нет, так даже не к соседу. А там, где ничего нет. Где нет кислорода, нет атмосферы. Некомфортной температуры, меньше 100 градусов мороза. Скафандры, нет еды, нет воды. И билет стоит $1 миллиард, даже бред. На Земле надо жить. На Земле. Здесь рай. Нет нигде во Вселенной другого места лучше, чем планета Земля. Для нас, Земля. Мы заточены под планету. Мы созданы на этой планете. Какие Марсы? Это бред. Поэтому индустрию надо, как и первобытные люди. Они оказались умнее нас даже. Они выжили, то, что вынесли. Так и мы выживем, если вынесем, да? И поэтому эта работа не прекращалась, но я тогда понял, что поскольку она не нужна и я не найду возможность зафинансировать, это не надо Организации Объединенных Наций, это не надо там СССР, там, Америке, там, другим странам, это не надо НАСА или Роскосмос, они ракетные, да? Как Discovery не нужен железнодорожник, да? Я понял, что это тупик. И надо найти самому способ, как это все зафинансировать. И я выбрал Discovery, который почковался, тогда был исполнен транспорт Юницкого,
сейчас вам скажу, бренд. Он отпочковался от эстакады от ОС. Угу. Это фактически модернизированная эстакада. Я стал его уже развивать как бизнес, чтобы просто сделать это то, что нужно планете и людям, что даст экономический эффект в сотни триллионов долларов. В сотни триллионов, я не говорю. Да? Где можно заработать деньги, чтобы вложить их в разработку ОТС. Да? И потом, когда это будет разработано, когда уже, извините, будет совсем плохо, все скажут, да, вот, вот оно решение, оно уже есть. Вот, давайте, все, резок. Да? И поэтому тоже мы работаем в этом направлении. Я никогда не прекращал эту работу, просто она велась в закрытом режиме. А сейчас уже можно об этом говорить. Хотя онлайнеры и прочие говорят, да вот, Юницкий опять там хрень какую-то придумал и оценил в 9 триллионов 600 миллиардов долларов. Но это не я оценил. Это оценка моей тюзани собственности, независимой эксперты. Как можно по-другому оценить систему, один запуск которой дает эффект 100 триллионов долларов. 100 триллионов долларов, один запуск. Поясняю почему. Сегодня стоимость доставки тонны грузов на орбиту в районе 10 миллионов долларов за тонну. 10 миллионов долларов за тонну. Там прогнозы говорят, мод 5 тысяч, мод 4, но пока этого нет, это пока прогноз. 10 тысяч, да? На АТС эти расчеты я сделал, и давно их сделал. Стоимость тонны доставки грузов в космос будет около меньше 1000 долларов. То есть 10 тысяч раз дешевле. А когда будет организована уже индустрия и будут полеты туда-обратно, то мы же можем энергию груза доставляем на Землю, вырабатывать энергию, и тогда эта система будет окупать себя, и вообще доставка будет грузов бесплатно. И поэтому экономический эффект на тонне 10 миллионов долларов. ОТС может за один, даже за первый рейс вывести 10 миллионов тонн груза. Умножаем на 10 миллионов долларов за тонну, 100 триллионов долларов. Вот экономический эффект. За один рейс. А их будет тысячи. Анатолий Ильич, ну это можно сравнить как? Как объяснять людям, которые не знали, что такое электричество, какой будет век и какие машины будут работать? Не, понимаете, дебилу трудно объяснить, что он дебил. Понимаете? Люди, которые могут заглянуть за горизонт, их единицы. Нет, вот понимаете, я вот Сократа вспоминаю часто, которого даже жена считала дебилом. Жена. Дураком, идиотом, и выливала помои публичные. Да. Помои. Он всегда говорил, если бы у меня не было такой жены, я бы не был Сократом. Так что, может быть, здесь он... Да, потому что она не понимала. Такой нет, Сократ что сказал? Что 100 идиотов могут задать такое количество вопросов, что 100 мудрецов за 100 лет не найдут ответы. Поэтому не надо идиотам и дебилам отвечать. Надо делать дело и доказывать делом. И они оказываются потом сторонниками. И более того, они еще, оказывается, у истоков стояли. И шли со знаменем впереди. В общем, так я иду вот по этому пути развития, так скажем. И здесь, друзья, как раз это не пустые слова. Это Инотранс, это мировая транспортная, конечно, выставка, где SkyWay представлен второй раз. И я без преувеличения, я сейчас пройду, покажу наших соседей. Это Hitachi, это... Тут и Siemens. И Siemens, вон там через это самое, Toshiba. Здесь у нас рядышком, прям за стенкой стоят. То есть, друзья, мы на мировом уровне, но то, что показывает сегодня инженерная школа инженера Юницкого, аналогов не имеет, потому что здесь уже у нас как анекдотичный случай. Вчера были представители РЖД, посмотрели, сказали, мы думали, что вы уже давно загнулись, а вы не просто загнулись, а еще делаете, как и сказал один представитель, говорит, вы мне испортили настроение на весь оставшийся день. Так что, друзья, на кого-то это действует, как действительно... с точки зрения воодушевления, потому что все, кто является сторонником SkyWay, видят эту машину, друзья, она не может быть некрасивой, потому что смотришь и понимаешь, друзья, это действительно воплощение инновации. И как сказал Юницкий, он не над дизайном не работал, чтобы она выглядела красиво. Нет, я работал над аэродинамикой. Нет, именно это аэродинамика определила. Как Антонов говорил, что летать может... Туполев. Нет. Это Туполев. Туполев. Да, красивый самолет тот, который хорошо летает. Хорошо летает. И летать может только красивый самолет. Да. То есть поэтому это самолет... инженерная красота. И мой девиз, и я уже привел это всей нашей компании, всем нашим инженерам, эстетичный, конструктивный минимализм. Ну, абсолютно, да. Эстетика, она главная, это же восприятие. Но она должна быть инженерная. То есть за ней там стоит конструктив.
конструктив, который направлен на достижение цели, да? И минимализм, ничего лишнего. Конечно. В бриллианте ничего лишнего. Вот алмаз, который находит, он такой сложной формы. Если вот описать его форму, надо 10 листов в стране списать, чтобы формулу описать, как он такой сложный. А бриллиант очень простой. Там несколько, одна грань, и, да? Он очень простой. Ну что красивое, бриллиант или алмаз? Вот такой вот, да? Так и здесь. Здесь ничего лишнего нет. И самое сложное – отбросить, отсечь все лишнее. Это самое сложное. Найти самое простое решение. Это очень сложно. И я, как инженер, как автор, как генеральный конструктор, это демонстрирую. И на словах, а на деле. И это, друзья, вот мы подчеркивали и всегда говорили, это на экофесте, где четко показано, что сделано, как сделано. Это реальный отчет. Это отчет инженерной школы. Я постоянно это повторял и буду повторять. Чем может отчитаться инженерная школа? Созданием машин? Не словами, а делами. Не иллюзиями. И не, нет, не словами. Научили все говорить. Да. Все. Да. Так, а делать умеют очень немногие. И... Причем так делать, как когда-то декларируешь. И сравнивать, друзья, что вот мы уже давно вышли, тогда начинают, а как вот к тем технологиям или тем прожектам относятся, сравнивать можно только машины, которые стоят на испытании. Сравнивать с картинками, сравнивать с концептами. Нет никакого смысла. Сравнивать в инженерной точке зрения можно только готовые испытуемые машины. И как инженер, я вспоминаю первый ролик, который вот, ну, я снялся, чтобы обратиться к народу, к жителям планеты Земля. И первые слова, которые я сказал, одни из первых, это мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это действительно очень крупный бизнес, самый крупный бизнес. То, что сделали в свое время Форд, Стивенсон, Боинг. И мы даже более крупный бизнес создали. И мы идем по этому пути. И не надо думать, что это просто, что это легко. Это очень сложный путь. Очень непростой. Потом заводились и будут заводиться уголовные дела. Мешать будут всегда. Будут меня преследовать. И преследуют до сих пор. И будут. И дальше будут еще сильнее прессовать. Жестче, да? Да, жестче. Потому что мы переходим дорогу очень многим. И старое цепляется за старое, оно хочет тоже выжить. Так? Закон а новое, да, новое победит не в силу того, что я там упрям, или я вот сказал, что так будет. Потому что я делаю то, что победит в силу технико-экономических преимуществ. Да? Победит экономика, а не юницкий. Абсолютно. То, что то, что мы делаем, эффективнее любой другой системы. Транспортной, инфраструктурной, экономичнее, безопаснее, экологичнее, дешевле. И можно дальше там говорить, да? И вот в силу этих обстоятельств мы победили. Мы. Те, кто поверил, кто обложился. Вернее, проиграют наши вот эти конкуренты. Они проиграют, как проиграл проводной телефон, мобильный связи. Как проиграл, а по большому счету уже проиграл железный. Гужевой транспорт, железные дороги, а потом и автомобильные дороги, автомобильному транспорту. Я думаю, что автомобиль завоевал сразу, мгновенно. С ним боролись. И даже через 50 лет, когда Форд начал делать там свои автомобили, в Москве, 50-е годы, гужевой транспорт был. Через 50 лет. Потом, когда мне говорят, а где там, где миллионы километров дорог? Будут. Будут. На всему свое время. У нас уже такая форма родилась, что Skyway – это шестая ниша в транспортной сфере. Ну, если там автомобильный, железнодорожный, транспорт, трубопроводный, авиационный. Вот Skyway – это еще одна ниша, которая вошла и которая будет расширяться. Она идеальный транспорт, она не имеет всех недостатков, которые есть, только один. Его еще нету в массовом в миллионах километров. Но это как и старость, к сожалению, то, что приходит и вместе с мудростью. Но это единственный недостаток. Вот этих парней воспринимают как проект. Конечно. Это проект. Это первый проект, первые это трассы. Первый проект, который, там, да. Конечно, это же не бутафория, это не модельки. Там полноценные машины, которые сертифицированы. Все настоящее железо, все сделано так, как и должно быть. Абсолютно. Поэтому тоже самолет «Братья Райт» не был уже бутафория. Конечно. Но он дал толчок для создания авиации. Целые отрасли. Да, так вот наш самолет «Братья Райт», дедушка, это ЗИЛ. ЗИЛ, да. ЗИЛ. Он был
ну сколько, 15 лет назад, даже больше. 2001 год. Да, 17 лет назад. 17 лет назад, да. И это небольшой промежуток времени, потому что братья Райт полетели на свою куку, ну, это же жирки летающие. Пролетели несколько секунд и упали. Запатентовали, ходили, говорили, мы тут вот авиация, только наши самолеты, только вот у нас покупайте. Все говорят, да зачем ваши гробы нужны? И летающие этажерки, да, и стали развивать независимо. А они умерли в нищете. Они думали, что патент их защитит, у них технология была несовершенна. И только через 13-14 лет лесопромышленник Боинг, он табуретки делал, он досками занимался, да, скамейки, там шкафы делал. Задумался, что, слушайте, ну самолет деревянный. Да? Так это же мой прошлый. Да я про самолеты делал. Не через год. А через где-то 13-14 лет, как мы после ЗИЛа, пришел Боинг, и он победил, потому что он понял, что нельзя из дерева делать, это неправильный материал. Он стал делать первый цельнометаллический самолет, который тоже был несовершенным. А потом этот лесопромышленник занял 50% мирового рынка. Ну и сейчас тоже доминируют, хотя там Арбас его потеснил там и так далее, но все равно, извините, это уже больше 100 лет они доминируют на рынке. Потому что поняли, как надо его без бизнеса делать. А братья Райт не поняли, как делать бизнес. Так я не только инженер, я понимаю, как бизнес делать. Потом многие не понимают, что, что мы делаем. Злятся даже на инвесторы, акционеры. Говорят, что вы делаете? Это неправильно. Давайте туда побежим. Нет, ребята, мы бизнес должны создать. И надо думать, что с Боингом не боролись. Боролись еще как. Правительство Соединенных Штатов Америки называла правительство, как и меня правительство, объявило преступником Боинга. Он был преступником для Соединенных Штатов Америки. Но Боинг победил. Да? А не правительство что? Победил прогресс, Анатолий Эдуардович. То есть то, что мы делаем, то, что нужно, то, что будет наиболее экономично, безопасно, экологично, то и будет. Ждать. И здесь как раз, друзья, вы видите. Что там пишут, какая реакция? Реакция самая, да. Как всегда, это же интернет. Нет, знаешь. Так там же Толи, наверное, полно. Нет, в основном, готовы там. Можете, друзья, кто хочет, вот сейчас Анатолий Эдуардович написать пожелания. И... О, это сказал это Конфуций. Если тебе плюнули в спину, значит ты впереди. Вот. Да, поэтому, друзья, можете на... передать пожелания, поздравления или там свои это Анатолию Эдуардовичу. Вот он спасибо, сейчас это спасибо. Читает. Спасибо. Привет Хмау. Хмау, да. Тоже привет. Я много лет работал в Ханты-Мансийске. Вот. Про Бабурина не сейчас. Да. Так, скажем попозже. В основном, Анатолий Эдуардович. Так, вперед, вперед. Старик, молодец. Старик, да. Ну, я, да, не юноша. Не мальчик, это точно сказать. Конечно, что... Но, опять же, Анатолий Эдуардович. Лобовое стекло будет, оно есть. А как понять лобовое стекло? Ну, да. А в поезде есть лобовое стекло? Да, опять же, Анатолий Эдуардович. Да. Ну, чтобы видеть мелькание шпал или что? Лучше смотреть в бок и вперед. Да. Так, потом скорее будет ли прекрасная крыша, чтобы смотреть на звезды, и что, на ничего. Небо будет. В основном, так, жму руку, вот. Я тоже жму. Спасибо за ваш труд, вы супер. Ну, хорошо, старик не подкачал. Поездок с вами. Всех дня, а то лет присмотрим, ну а как же. Как и в вашем легковом автомобиле? Можно поставить. В семейном, нет вопросов. Только он будет повыше, тогда модуль, подороже. И расход топлива вот больше, поэтому себестоимость поезда будет больше, да, и купон может быть ниже. Но это можно сделать. И общественный транспорт, где время в пути будет больше 2 часов, естественно, будет стоить там. С проходом, а без роста, с более комфортным салоном, но это общественный транспорт. А лично, я думаю, даже, по-моему, только у Аллы Пугачевой есть там туалет, ее там удлиненной машине как-то, да? Ну, или там Киркорова. Все эти решения есть, нет, это все можно. Определяется только, конечно, ценой то, и запросом. И целесообразность. Если ехать из Минска в Москву, там 1,5 часа, зачем туалет? Ну, Антон Ильич, благодарю вас за... Я тут вам попросил, что чуть не упал с табуретки здесь. Так там тоже табуретки есть вам? Должны прорваться. Здоровья вам 100 лет, спасибо. Финансирование не закроется в корневую, это неправильно понимают. Какие новости по Эмиратам позже.
Браво, Юнибус просто люкс, согласен. Чтобы стили свидетелем массу продвижения. Стали, станем. Все при жизни будет делаться. Да. Спасибо. Ну вот, друзья, давайте поблагодарим еще раз Анатолий Эдуардович. Да. Большое вам спасибо. Я поздравляю вас с этим вашим очередным рубежом. Это успех. Да, это этап. Этап. И я вас для меня это уже прошлое. Еще раз с пройденным этапом, друзья. Это прошлое. Переходим в следующий этап. И как вы слышали... Я хочу выразить всем благодарность нашим инвесторам. Низкий поклон от меня. И только благодаря вам мы это делаем, и вы услышали мой призыв. Спасибо вам. Не вы, я был бы мечтателем, футурологом, сказочником и шизофреником. А теперь с чего? Знаете, в советское время со мной боролась КГБ. Это посерьезнее, чем онлайн тоже, да? И я их победил, на самом деле. КГБ, СССР. Хотели посадить, там, засудить и прочее, и сделать что-то сумасшедшее. Это реально было. Было в серии судов. Само. Так у меня есть справка. Я пошел в психдиспансер в Гомеле. Говорю, тут вот многие считают меня сумасшедшим, физиком. А вы мне если обследуйте и скажите, дайте справку, я нормальный мир. Так что у меня справка есть, я не физик. Еще сколько, уже лет 35. Юницкий, да. Леонардо, ну, друзья, мы так между собой называем, что, так сказать, у нас это наш современный Леонардо да Винчи, поэтому, так сказать, и как раз то, Анатолий Иванович, я искренне вас поздравляю с тем, что вы можете сказать, мужик сказал, мужик сделал. Да. И то, что вы говорите, вы делаете, и дальше кто бы что ни говорил, друзья, у нас уже родилась такая между собой, что если вы видите и вы это не верите, вы идиоты. Потому что видеть, смотреть и говорить, этого не может быть, это ерунда. Я бы сказал, наверное, дебилизм. Либо купленные специально. Да, да. Обученные для борьбы. Для борьбы. То есть это, за ними кто-то стоит. Когда приезжают профессионалы, смотрят, видят и относятся к тому, что они видят, с очень большим интересом, это действительно вызывает интерес. Остальное... Конечно. Спасибо, Анатолий Эдуардович. Искренне. Спасаем планету. Мы инструмент держим, а не угрожаем. Да. Но это молоток, мы можем и гвоздь забить, а можем по башке дать, кому надо. Кому надо, да. Да, но это все равно строительный инструмент, а не угроза. Спасибо вам, Анатолий Эдуардович. Я тогда вас заберу, мы вас отпустим. Вот. А мы тогда еще будем продолжать. Друзья, мы нашего первого гостя и, там сказать, самого главного человека на этой выставке отпустим, потому что народу сейчас я вам уже покажу, как да, это. Да, мы заняли салон. Да, мы заняли. Вот мы сидим в салоне, видите, в это время сюда входят, выходят. Ну вот, друзья, видите, у нас идет продолжение работы. Я считаю, что такой вебинар очень приятно проводить, и действительно вот из того, что сказал, мы на следующем вебинаре, друзья, будем и анализировать, и делать. Сегодня просто не то время и настроение, чтобы на какие-то отвечать, на какие-то нападки, на какие-то укусы опять, еще на что-то. Это, друзья, все, как сказал Юницкий, мы к этому знаем, мы готовимся. Это нет ничего к этому подписать, потому что действительно то, что мы делаем масштабно, действительно то, что сейчас выступление Skyway на этой выставке, это действительно фурор, когда реальность становится машина в скоростью 600 км в час с наземным перемещением, с такими характеристиками. Тем более, что есть аналог уже, есть традиция, что на прошлом Инотрансе в 2016 году был показан первый Юнибус, потом он встал на испытания, и та, и другая машина. Сейчас проведена сертификация, идут уже разработки адресных проектов. Весь процесс, друзья, идет, и никто не может сказать, что этого нет. Можно цепляться к нюансам, к срокам, еще, так сказать, можно, друзья, найти всегда какие-то зацепки, проблемы, все можно найти. И то, что сейчас делается, делается сложнейший процесс. Но то, что заявлено, сделано на Инотрансе, здесь показана скоростная машина, наш Юнилет, который открывает новый концепт рельсового движения, колесного движения. Это, друзья, новая этап, ниша создана. Мы потом покажем еще обязательно, на улице стоит 18-местный Юникар. То есть это сегодня уже городское метро, воздушное метро, городской трамвай. Интерес к этому просто колоссальный, то, что сегодня есть. Поэтому, друзья, здесь и сейчас мы с вами то, что говорили и то, что декларировали, мы делаем. Как к этому относятся наши недруги, друзья? Мы видим, буквально вчера на открытие Инотранса вышла опять огромная статья, такая аналитическая, онлайнер, это такого аналитического органа,
интернета, то есть и того людей, которые борются с юницким. Поэтому, друзья, это все текущая работа. А у нас действительно праздник, у нас действительно сегодня очень серьезный отчет, и действительно сегодня показывается то, что нигде никогда никто не видел, и мы с вами участники этого процесса. А я сейчас, с вашего позволения, пройду, и мы возьмем несколько еще у кому-то знакомых, кому-то незнакомых людей мнения, впечатления о том, что происходит, чтобы каждый мог сказать и выразить свое отношение к тому, что есть. Это будет некое такое продолжение вебинара. И я вам еще покажу, так у нас по времени, друзья, как раз нормально. Вот, я вам покажу еще наших соседей, чтобы вы не думали, что это какая-то непонятная выставка, и мы сами что-то где-то придумаем. Тут у нас, вот я говорю, Toshiba, Hitachi вон за стенкой, Siemens вон стоит в 10 метрах от нас. Поэтому, друзья, это действительно такая мировая премьера, и Skyway здесь выступает на очень высоком уровне, с учетом того, что нам есть с чем сравнить, и мы еще делаем сравнительные репортажи. То, что показывали наши партнеры, друзья, конкуренты 2 года назад, сейчас я смотрю, и, друзья, очень многое привозится то же самое. Skyway показал на прошлом Монотрансе Unibike, Unibus 2 машины, в этом году Unicar и Unilet. Друзья, это принципиально новые машины. Это 18-местный городской трамвай, городское метро, и 600 км в час новая скорость. То есть кто может упрекнуть в том, это я отвечаю сегодня этим дебилам из онлайнера, что он говорит, я 3 года ничего не вижу, что меняется. Интересно, куда этот дебил смотрит, что у него ничего не меняется. Когда появляются эти новые машины, которые для специалистов являются просто фурором. А если человек видит и говорит, нет, этого нет, ну тогда весь вопрос, куда он смотрит или что он видит. Это, друзья, уже вопрос именно к психике человека, либо к его нравственности. Когда человек за деньги может писать или делать все, что угодно. Но это вопрос, ребята, другого плана. Ну что, продолжаем. Вот тут у нас как раз стоят ребята. Все, я покидаю Unibus. Значит, Юницкий дает, видите, уже тут это бесконечное интервью, бесконечное, так сказать, это, поэтому этот процесс постоянный, мы мешать не будем. Нашу, как говорится, мы свое уже получили, нам времени уделили, поэтому, друзья, хочу представить вам еще одну очаровательную девушку. Так, Ир, буквально 2 слова. Мы сейчас будем делать вот так. Ты в микрофон говори. Приветствую всех, коллеги. Надеюсь, меня слышно хорошо. Хотя здесь очень шумно и вообще потрясающая обстановка. И хотелось бы сначала пару слов сказать об этой машине. Вот с женской стороны могу вам сказать, это просто колоссальный комфорт. Это очень эстетично. Все кабинки, все сиденья оснащены замечательными массажерами, специальными материалами нового поколения. Это очень комфортно, это очень здорово. А вообще, если говорить глобально, то буквально меньше месяца мы праздновали наши достижения в Минске, а сейчас мы празднуем настоящее мероприятие мирового уровня, мирового признания. Поэтому очень много коллег, партнеров, которые просто заинтересованы в дальнейшем бизнесе, в развитии, в дальнейших шагах. И, коллеги, самое интересное сейчас только начинается. Ожидайте много новостей, и я думаю, уже Анатолий Эдуардович с Сергеем Сибиряковым вам вещали о том, что здесь происходит. И так, всем большой привет, и до следующих новостей передаю трубку. Спасибо, Ирин. Давай вместе сейчас с тобой. Это Ирина Волкова. Всем партнерам огромный привет. Член правления, да. Так, Инета, давай. Сейчас еще одну вам покажу очаровательную. Конечно, я тоже тут. Да, всем привет. Второй день уже. Если кто-то заметил, то я вчера работала полный день на нашем стенде. До самого вечера. Давай так, ага. Угу. Это все без микрофона. Микрофон был, звук был, так что можно, так сказать, это. Ну что, коллеги, как всегда, у нас праздник. Праздник того, что мы создали совместно. Уникально. Все чувствуем себя... Что у них вверх ногами? Чувствуем себя великолепно. Вверх ногами потом перевернет. Да, неважно. Здесь все уже неважно. Самое главное, что Берлин нас принял. Мы здесь. И новый Юнилет на месте. Летит уже скоростью 500 км в час. Каждый, кто садится, это чувствует.
и пользуемся всеми удобствами. Они радуют, иностранцы просто удивляются. И вчера задали вопрос, внутренние части производились где-то в BMW. И мы постоянно признаемся, что все мы делаем сами, и еще будем продолжать делать сами, улучшать. Ну что, кто еще успевает, приезжайте, потому что быть на месте – это всегда по-другому. Но для тех, кто остался дома, мы каждый день все-таки будем вам пересылать все события, эмоции, радость нашу. Ну и параллельно не забываем, что теперь пора ставить на рельсы, а рельсов-то у нас еще нет. Да. Надо и об этом позаботиться. Спасибо, Инет. Всем хорошего всем настроения. Привет, да. Привет. Друзья, я еще раз покажу уже сам стенд. То есть, видите, находится... Вот она сама машина. Вот она сама машина целиком. Вот. Ну, фотографии все ее будут, вы все это еще видели. Вот. Тут он, Андрей Ховратов, дает репортаж. Андрей, для наших помахай руками. Это все наши партнеры, это все наши коллеги. Поэтому интерес. Так, там Алексей дает. Сейчас мы, друзья, подойдем еще к одному очень интересному, знакомому вам всем человеку, с которым это... Михаил, вы сильно заняты? Ну вот я говорю с индийскими гостями, которые очень заинтересованы построить Skyway в Индии, то есть этот проект продолжается и расширяется. Но я могу уделить вам внимание. I'm sorry, it's a direct. Все нормально? Да, немножко сейчас это. Можно попросить вас подержать? Я чуть-чуть распутаюсь с этой. Direct broadcasting, I mean. О, сейчас сидел в этом с Юницким. Он помимо того, что он делает массаж, он еще и чуть подогревает, так сказать, сиденье, то есть не отключили, поэтому было чуть-чуть жарко. Испотели. Было чуть-чуть жарковато, да, так сказать. Все. Михаил? Do you have a business card? Yes. Да. Я. Впечатления, ощущения, потрясающие. Настроение, не знаю, выше неба, потому что, ну, если не на то, что мы сюда привезли смотреть, то на что еще? Очередной Wi-Fi в очередном вагоне или там какие-то мелочевки. Мы привезли реально то транспортное средство, которое... Вот это вот мы привезли. Да, через полгода, ну, может, чуть больше, поедет уже реально со скоростью 500 км в час. Земля есть, стройка начинается в ближайшие дни. В Эмиратах все уже об этом знают. Как это выглядит, наконец-то стало известно. То, что мы показывали до сих пор, ну, отдаленно напоминало то, что вот реально уже существует. Но мы по-честному предупреждали, что оно несколько... Будет отличаться. Да, будет отличаться от... Ну, все ж понятно. Надо защищать то, что мы создаем. То, чем владеют все наши партнеры. Спасибо, Михаил. Обращайтесь. Всегда рад. Традиционно, что мы должны сделать? Строй Skyway. Спасай планету. Спасибо. Спасибо вам. Так, ну что, друзья, еще тогда парочку отвлечем людей от... Давайте я разверну сейчас. Так, это у нас Мила Сердюкова из компании Swig. Ну что, друзья, по большому, вот, что сегодня вот можно было рассказать или показать, я думаю, и так уже информационно. То есть, ну, это вы уже видели на других выставках. Это... Сейчас, секундочку, пройду. Это уже движущаяся, видите, модель скоростной, но, как вы видите, она довольно-таки отличается от того, что показывали раньше. То есть, это подвесной юнибус городской. То есть, вот он реальный теперь, который, видите, я еще раз покажу. Там стоит эта наша ракета. Вот, теперь немножко по нашим соседям давайте. Я выхожу с нашего стенда. Вот я его показываю, видите, сколько народу, сколько... Это просто для сравнения, видите, вот рядом стоит какая-то кабина, то есть какая-то компания, вот швейцарская.
Видите, сколько людей на стенде, какой интерес к этому стенду. Сейчас я развернусь, еще покажу наш стенд. Видите, так сказать, несколько есть отличия, потому сколько людей, какой интерес, и как, так сказать. Вот, вот компания скоростных французских железных дорог. Вот они стоят со своими моделями. Вот. То есть, видите, что показывают и как показывают модели. Вот стоит Hitachi стенд. Вот. Ну, друзья, мы по выставке мы сделаем завтра с вами хороший обзор. Покажем, что есть. Вот чуть дальше, видите, там стоит Toshiba. Тут вот Siemens. То есть, вот реально, вот, а вот там вон Skyway. То есть, вот мы показываем реальную атмосферу. Вот народ ходит. Специалистов много. Вот обсуждение идет. Вот примерно атмосфера, которая здесь царит. Постоянно идут брифинги, постоянно идут презентации, постоянные интервью. Вот. Ну, интерес, я говорю, к Skyway не поддельный и очень большой. И именно с точки зрения уже воплощения в реальность того, что происходит. Ну вот, друзья, давайте, я считаю, что для сегодняшнего дня, для сегодняшних новостей, то есть я Алексей, показал сейчас соседей наших, Hitachi, Toshiba, вот, похож на подводную лодку. Друзья, здесь еще раз Юницкий вам уже сказал, что вся форма, так, вот еще один наш герой нашего времени, вот, поэтому... Я просто начал еще гореть, Франтишек, что Юницкий подчеркнул, что формы и дизайн определяются только инженерией, а не эстетическими восприятиями. Вот, дельфинчик. Мне, кстати, очень нравится название, что это наш дельфинчик. Так же, как мы карасем называли в свое время, да и сейчас на карася похож наш юнибайк. Вот, потому что, действительно, природные формы, они идеальные. Вот, и поэтому... Друзья, мое мнение, летающая тарелка, пока на земле. Да ладно, где же эта тарелка, Леш? Это на тарелку никак не похоже, вот она не плоская, я тебе могу сказать. Что я могу сказать? Просто инсайт вам такой. Сейчас пообщался с Павлом Скойбеда, знаете такого, наверное, специалиста. Но на ответственности компании, те новости, которые он мне рассказал, я могу сказать, что, по его мнению... Все хорошо, будет еще лучше. Мы это можем только транслировать, и это не может не радовать. Тут вопрос задают, ты когда в салоне сидел, коленками в уши не упирался, комфортно тебе было? Свое мнение скажи. А с моим ростом вообще абсолютно комфортно. Ну, друзья, это действительно как в джипе сидишь. То есть массажные кресла просто изумительные. Вентиляция на сиденьях. Все, что сейчас можно представить в современных спорткарах, джипах, панорамной крыши, может быть, кому-то не хватает. Посмотрите на вид. Какой у тебя рост, вон народ спрашивает? 1.94 м. Вот, 1.94 м, говорит, комфортно. Ну, мне 1.74 м. Я чувствовал себя абсолютно, мне там можно было спать. Так, ну что, друзья, на этом давайте на сегодня уже, наверное, заканчивать. Мы еще сделаем ряд фоторепортажей. Они будут идти через чат и через... На наши ресурсы. Вот. Завтра в это же время, в 13 МСК, в 12 по берлинскому времени, мы с Алексеем сделаем обзор по всей выставке Инотранса, покажем наиболее интересные такие моменты, которые здесь есть, чтобы действительно показать, чем наша инновация, которая действительно является прорывной и инновационной, отличается от того, что показывают здесь большинство транспортных компаний, которые называют себя инноваторами. Поэтому, друзья, без преувеличения можно сказать, что мы с вами действительно в прорывной инновационной транспортной технологии. Мы создали сегодня то, что можно показывать. И уже, как Юницкий начал сегодняшний репортаж, мужик сказал, мужик сделал. В принципе, хорошо звучит, потому что обещали сделать, сделали. И второй момент, уже есть полная аналогия, что на прошлом Инотрансе показали Unibike Unibus. До конца года поставили его на ходовые испытания. Сегодня завершена сертификация. То есть, друзья, этот процесс идет. Соответственно, к следующему Инотрансу Юнилет будет уже и испытан, и идти в серийную серию, уже именно в массовое исполнение. А что мы с вами увидим на следующем Инотрансе, это мы в крайний день спросим у Юницкого. Я думаю, что он приоткроет несколько секрет, что будет
Вот. Какие официальные лица посетили наш центр? Ну, во-первых, друзья, сегодня только второй день работы выставки, поэтому посетителей очень много, все визитки собираются, отчеты идут, поэтому мы, находясь и занимаясь каждой своей работой, мы даже не можем знать, кто и как здесь был. Просто я слышал, что были делегаты уже из Филиппин, и Нигерии, но, друзья, здесь работает очень много людей, которые ведут, ну, не то что независимо, но каждый свою работу. Вот Алексей только что презентовал девушкам. Откуда эти девушки были? С Африки. Откуда-то с Африки. Вот. Поэтому, друзья, кто и как приходил, так сказать. Вот. Я вам просто сейчас, мы когда проходили, я вам показывал, Юницкий давал каналу интервью. Сейчас я вам покажу, он дает интервью какому-то другому каналу. Видите, так сказать, со съемкой. Все. Поэтому этот процесс идет постоянно. И здесь... Итоги подводить пока рано, то есть как только закончится Инотранс, я думаю, что будет абсолютно официальная информация, кто как посетил, какие результаты есть и что это сам. Так что, друзья, на этом, друзья, давайте на сегодняшний наш вебинар с Кинотранса мы будем завершать. Настроение, я вам могу сказать, праздничное, это действительно важный этап именно по отчету всей нашей команды, то, что мы сделали. Настроение у Юницкого, видите, я с ним сегодня беседовал несколько раз уже. Конечно, он сильно устал, уставший, очень большое напряжение. Но, друзья, это та работа, ради которой мы делаем, то, соответственно, задача, которую мы ставим и решаем. Все, друзья, на этом наш вебинар сегодня закончен. Строй Skyway. Спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч.